Ну хорошо, обе возьмем. Пойдем. Нам еще надо успеть в музыкальную школу. Мам, купи мне такую большую машину. Нет, нам это дорого. Ой! Не пугайся, дядя заигрался. Простите. Я могу вам чем-то помочь? Вообще-то мне кукла нужна. Пойдемте. Пожалуйста, посмотрите вот эту. Я, конечно, рекомендовала бы вам что-нибудь поинтереснее, потому что нынешние дети, они такие. А это только говорит, когда я наклоняюсь. Ой, должна мама говорить. А вот это кукла из Германии. Написано, сделано в Германии. Это лучше? Нет, подождите. Я могу вам предложить для активных детей пупс на батарейках. Вы знаете, он сам ходит, плачет, смеется и даже писается. Да ладно? Да. Вы знаете, ну, правда, конечно, он для более старших девочек. А девочке сколько лет? 13. Ну, вы даете. Что? Вы знаете, вот там у нас с правой стороны от выхода есть украшения, бижутерия, на втором этаже парфюмерия, косметика, на третьем музыка, плееры. Туда. С кем останется дочь? After tomorrow. Okay. Okay. Hello. Just a second. Здравствуйте. Секундочку. Okay. Goodbye. Good afternoon. May I help you? Добрый день. Чем я могу вам помочь? I need to fly to... Мне нужно вылететь в Москву, в Россию. Moscow. When? When would you like to fly? В Москву когда? Tomorrow evening. Let's say around 11 p.m. Завтра вечером примерно в 11 часов. I'm afraid it's not possible. Не думаю, что это возможно. As I suppose, there как я и предполагала, на завтра билетов нет. I can put you on the waiting list, but there are могу no поставить guarantee. Вас в лист ожидания, но это без гарантии. I need to fly tomorrow. Мне нужно вылететь завтра, в районе 11 часов вечера. С гарантией. For sure. Could you please... Check again. Пожалуйста, проверьте еще раз. Есть билеты на послезавтра, но они в первый класс и вообще без скидок. Очень дорого. Okay. I will take any option. Меня устроит любой вариант. Okay. Хорошо. Let's... Money is my last concern now. Деньги меня сейчас волнуют меньше Thank всего. You. Quickly, please. Побыстрее, пожалуйста. Okay, I wish you a nice Я желаю travel. Вам счастливого пути. Good luck и удачного путешествия. Goodbye. Thank you very much. Спасибо большое. Goodbye. Всего доброго.
Вероника? Вероника. Он только что взял билет на самолет авиакомпании «Дельта» до Москвы на послезавтра. Волнуешься? Завтра все решится, и ты что, хочешь в Россию? Я хочу домой. А в Америке тебе не нравится? Не нравится дома. Если бы ты осталась здесь, мы могли бы почаще видеться. Потом, мне кажется, ты очень подружилась с моими приемными ребятишками, да? И мы со Стэном очень привязались к тебе. Будь наша воля, мы бы вообще взяли тебя к себе. Навсегда. И ты, Марго, и Стэн, и ребята. Все очень хорошие. Но я скучаю по папе. Я так давно его не видела. Вероника, Михаил Соломонович не ожидал вас сегодня. Он скоро будет. Спасибо. Хай, Вероника. Чем обязан? Здравствуйте, Михаил Соломонович. А, Вероника, Вероника, все вас тянет на отчество. Майкл Радзиевский. У меня и на карточках, которые у вас есть, между прочим, и на табличке перед дверью написано «Philosophy Doctor Lawyer Майкл Радзиевский». Вы не забыли, что завтра суд? Я помню. Майкл Соломонович. Что нового? А что, собственно, нового может быть в нашем скорбном деле? Вы обещали выйти на судью. Вероник, в здешней местности на судей не выходят. О них наводят справки. Я навел справки о судье Ричардсоне. У него были подобные дела. Ну и что? А то, что во всех спорных случаях он спрашивает мнение ребенка. Но вы, надеюсь, понимаете, что нас этот расклад не устраивает? В случае неудачи мы подаем апелляцию в Верховный суд штата. А вот там судья нам известен. Это ее честь Маргарет Джонсон. Такая здоровенная феминистка-негритянка, которая на дух не переносит белых мужиков. Ну, за исключением вашего покорного слуги, пожалуй. То есть вы полагаете, что успех нам обеспечен? Можно сказать 99,9. Если не будет каких-нибудь случайностей. Thank you.
что будем называть за кусту. Да нет, не знаю, где стажеров набирать. Ба, какие люди! О, Витёк! Здорово. Здорово. Здорово, как самочувствие? Нормально все. Здорово. Здорово. Привет. На работу хватит. Согласен? Нет, пока нет. Врачи говорят, что 3 недели минимум, потом еще месяц в щадящем режиме. Вот видишь, Утюг, ты скорее не обманешь. Махнулся бы с тобой на неделю, загоняли совсем. Угу. Да я уже опух от этого, от безделья. Ага. А врачи ваши нифига не понимают. А да ладно. Вить, ты же знаешь, у нас как у космонавтов. Пока медицина не дала добро, полетов не будет. Да я думаю, что нашему герою-любовнику есть чем заняться. Ну-ка, ну-ка. Ты его понюхай еще. Духами вроде не пахнет. Угу. А что это? Любопытный Варваре. Ой, да не очень-то и хотелось. Слышишь, Витя, пробили мы твоего товарища. Короче, возражений нет. Если удастся заинтересовать, приводи. Да? Угу. Я, кстати, сегодня иду к нему. А-а. Подарок его дочери. Ей сегодня 13. Ладно, пошли. Пока. Счастливо. До встречи. Ну, как дела? Ребята, ну, давай, что-то сделал, спал. Вероника. 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 Hi. Привет, Ник. Hi. Привет. How's work? Как дела на работе? Better. Могло бы быть и лучше, но в целом неплохо. Как у тебя прошла встреча с адвокатом? Okay. Все в порядке. Something wrong? Что-то не так? Well, no. Да нет, но... What is he saying your chances are? Как он расценивает шансы? 50-50. 50 на 50. Shit. Черт. You should have hired another Надо было нанимать solicitor. Другого адвоката. Solicitor has nothing to do with it. Адвокат тут ни при чем. Он так сделал почти невозможное. Don't worry. Не беспокойся, я своего добьюсь любой ценой. I will what I want at any cost. That's what I love вот за это я тебя и люблю. You're very Ты очень целеустремлен. I'm sure we're gonna Все будет okay. хорошо. Здравствуйте. Витечка. Валентина. Спасибо. Новорожденный тебя. Заходи, заходи. Что, Ирочка, учись Сережа, хорошо. Ира, дядя Витя поздравить тебя пришел. Ух ты, давай. Пришел? Беги, беги. Здрасте. Большуха какая. Идите, идите. С днем рождения. Спасибо. Здорово. Давай. Тапочки. Вот эти тапки. Сейчас мы с тобой накатим. Передай мне, пожалуйста. Ух ты, мама, смотри, как он мне дядя Витя плеер подарил. Вот Витя молодец. А я ей куклу Спасибо. Подарил говорящую, так она ее даже из коробки не вынула. А? Дома надо чаще бывать. У него дочь выросла, а он ей все куклы дарит. Она тебе сама скоро подарит. Так, все, отставить разговоры. К столу, к столу. Через 20 минут в этом здании начнется заседание суда. Кратко напомню суть дела. 3 года назад Вероника Доусон привезла в Америку из России свою 10-летнюю дочь, которую оставила с отцом при переезде на постоянное жительство в Соединенные Штаты. Отец девочки подал заявление в российский суд, обвинив Веронику в похищении ребенка. В ходе разбирательства в нашей стране дело было переквалифицировано в процесс об установлении опеки. До его завершения девочка живет в приемной семье. Я надеюсь на то, что решение суда будет справедливым и не вернут мою дочь. Thank you. Thank you. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста, мистер Туман. И еще не вечер. Еще один вопрос. Независимые эксперты оценивают сегодняшние шансы господина Туманова очень высоко. Миссис Доусон, несколько вопросов для нашего канала. Just please. Одну минуту, пожалуйста.
Миссис Долсон, вы не боитесь, что сегодняшнее решение суда будет не в вашу пользу? Я не собираюсь прекращать борьбу, даже если сегодня суд примет решение не в мою пользу. Я уверена, что моей дочери будет лучше в Америке, в свободной и безопасной стране, а не в России, где живут одни бандиты, наркоманы и террористы. Okay. Хорошо. Миссис Доусон. Миссис Доусон. Миссис Доусон, no, no comment, please. Пожалуйста, одну минуточку, одну секундочку, еще несколько вопросов. Так что будем уповать. Апелляция в любом случае. Хотелось бы в это верить. Подождите, пожалуйста. Я буду ждать вас. Так, это вот. Он. Это он? Конечно. Что он делает? Идет сюда? По-моему, да. Я его составлю незадолго. Подожди на лестнице. Я к вам скоро подойду. Угу. Ну, здравствуй. Здравствуй. Сколько же мы не виделись? Долго. 11 лет. А ты изменился. Ты тоже. Постарела? Да нет. Ты стала какой-то другой. Хуже? Да. Скажи, зачем ты все это затеяла? Ведь ты прекрасно обходилась без нее. За 8 лет ты же ни разу не вспомнила о ней. Теперь вспомнила и не собираюсь отступать. А ты не задумывалась, каково приходится Ольге? Ну, раз уж она с тобой прожила 8 лет. Зато теперь у нее будет совершенно другая жизнь. Когда это закончится? Надеюсь. А насчет 8 лет, ты знаешь, нам с ней было хорошо вдвоем. Без тебя. Нам будет гораздо лучше без тебя. Идемте, идемте. Серег, короче, бабки платят хорошие. Не то, что у тебя по контракту. Спокойной ночи! Спокойной ночи. Давай. Спасибо. С днем рождения. Спокойной ночи, дядь. Спать, спать, быстро спать. Озадачил ты меня. Приедешь. Посмотришь. Не понравится, вернешься прапорствовать свою легендарную непобедимую. Что, просто охранять надо? Я тоже думал сначала, что просто. Теперь понимаю, есть своя специфика. Платят вовремя. Мне... За ранение премию дали. Лечат бесплатно. Квартиру снял хорошую. Домой попадаешь? Зато ты часто дома бываешь. Так, Валя, у нас мужской разговор. Как Валя займи где-нибудь денег, так не мужской, да? Так, Валя, иди, иди. Иди, иди. Тут не знаешь, как концы с концами сводить, а он идти. В общем, подумай, Серега. А что тут думать? Таким образом, по закону и по совести, решение этого вопроса может быть только одно. Ребенок
должен остаться с матерью. Я закончил, Ваша честь. Спасибо, садитесь. Будем надеяться. Может ли другая сторона добавить что-нибудь к своим аргументам перед вынесением решения? Ваша честь, я предложил бы вам спросить мнение третьей стороны нашего процесса, самой девочки. Протестую. Протест отклоняется. Закон это не запрещает. Позовите ее. Ольга Туманова. Клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Да. Скажи мне, пожалуйста, если бы сегодняшнее решение зависело от тебя, с кем бы ты хотела выйти из этого зала? С отцом? Или с матерью? С папой, Ваша честь. Пожалуйста, оставьте меня с папой. Я хочу вернуться домой. Протестую. Вернитесь, пожалуйста, на свое место. Папа, садись. Решение выносится в пользу мистера Туманова. Слушания закрыты. Вы победили. Привет, мам. Здравствуй, доченька. Аня, сколько раз я тебе говорила, не класть вот эту штуку на стол. Мам, не гунди. Ты выпьешь со мной. Ну, налей чуть-чуть. Да. Вырастила доченьку. Мам, не начинай. Я устала. А как мне начинать? Тебе за 30. Ни мужика нормального, ни детей. Ты целыми днями на работе. Вот с этой штукой носишься. У меня все хорошо. Угу. Как хорошо? Ты зачем Романа выгнала? Он такой представительный мужчина, бизнесмен, такой терпеливый. Мама, он нудный. Нудный? Нет, не нудный. Нудный. А очень даже симпатичный мужчина. Мама, я тебе говорю, что он нудный. А что тебе нужно? А что ты хочешь? Что ты хочешь? Смотри-ка, нудный. А я говорю, не нудный.
не нудный. Все, отстань. Да послушай ты меня. И в кого ты у меня такая упрямая? Вы знаете, Саша, мы так привязались к вашей дочери за 3 года. Право, нам не хочется ее отдавать. Стэн, я искренне благодарен вам и Маргарите, и вашим замечательным ребятам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Удачи. Ольга, Алекс. Ольга, Саша. Ну, я думаю, что это совершенно принципиально. Тем более, что канцелярия Верховного суда уже закрыта. А завтра я подам документы и думаю, что завтра же будет выдано предписание судебным исполнителям. И Олю снова определят в приемную семью? Конечно. По крайней мере, до решения суда по существу. Но думаю, что больше 3 месяцев это не займет, а там наш успех практически обеспечен. Вы понимаете, вы зря волнуетесь. Это же, собственно говоря, вы подготовили все необходимые документы? Естественно. Остается только подать, зарегистрировать и заплатить пошлину. Кстати, о пошлине. Сколько я должна вам на этот раз? Не мне, Фемиде. Этого достаточно? Всего доброго. За вас. Да, конечно, у вас замечательная семья. Замечательная. Знаете, мы на всякий случай не собирали Олины вещи. Но завтра утром вы сможете их забрать. Окей. Хорошо. В какое время нам заехать? Не спешите собирать вещи. Я подаю апелляцию в Верховный суд штата. Завтра вы получите предписание от моих судебных исполнителей. Впрочем, я буду ходатайствовать о передаче моей дочери в другую семью. Доченька, я не позволю тебя увезти в эту ужасную страну. Ты останешься здесь, со мной, слышишь? Ты будешь счастлива, и я буду счастлива вместе с тобой. Вероника, не надо. Перестань меня называть Вероникой. Я твоя мама. Мама, не надо. Я хочу домой. Ты будешь дома, здесь, вместе со мной. Ты будешь счастлив. Оля. Что она говорит? Я тебе потом расскажу. Папа. Оля. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Мы еще увидимся. Bye-bye. Всего хорошего. Что ты собираешься делать? Еще точно не решил. Не уверен. Может быть, попрошу убежище в российском посольстве. Не самый лучший выход. Лучшего я пока не вижу. Саша, по-моему, вам необходимо с Ольгой бежать. Причем немедленно. На сегодня не было билетов. Я хотел купить, но не было. Стэн работает в транспортном агентстве. Хорошо, отвези детей домой. Надо ехать в аэропорт немедленно. Хорошая мысль. Всего доброго. Дети, пошли.
Ничего, ничего. Мы еще посмотрим. Оленька, не смотри. Простите. Простите меня. Извините. В мире нет ничего невозможного. Дельта – отличная компания. У них хороший сервис. Спасибо, Стэн, но... Это не Дельта. Ты понял меня? Придется делать две пересадки и ждать. Зато вылет буквально через час. Ты понял меня? Не беспокойся, Стэн, все нормально. Мы выдержим, правда? Конечно, папа. Хорошо, удачного полета. Завтра, а точнее сегодня мне на работу. Всего хорошего. Всего хорошего. Стэн, спасибо большое. До свидания, Стэн. Спасибо большое, Стэн. Удачи. Все хорошо. Ladies and gentlemen, attention please. Registration aboard flight number 8547, New York Frankfurt continues. Please pass the check-in board number 4547. God damn. Черт знает что. I'm asking to accept and register. Я прошу принять и зарегистрировать. Appeal against the court. About that girl? По поводу той девочки. It was in yesterday's news. Которую вчера показывали в новостях. You are very active. I need to consult your judge. Вы очень проницательны. Just a minute. Одну минуту. Жалко. А вся моя переписка осталась у меня в ноутбуке. А я так любила ее читать. А вся наша переписка, вот она у меня здесь. Класс. Скажи, как ты нашла мой адрес? Элементарно. На этой ручке сайт твоей компании. А на сайте твой адрес. Какая же ты у меня умница. Я чуть с ума не сошел, когда получил твое первое письмо. Hello, Mr. Здравствуйте, мистер Радзиевский. Ваша честь. Исключительно из уважения к вам хотела бы предупредить. Сегодня ночью к нам по электронной почте пришло письмо от мистера Туманова. Он и его дочь покинули территорию Соединенных Штатов. Вы заплатите пошлину, а я не смогу принять это дело, так как оно находится вне американской юрисдикции. Если вы выдадите предписание прямо сейчас, исполнить его может командир экипажа самолета. Салон самолета, территория Соединенных Штатов. Лиз, проверьте, пожалуйста. Хорошо, ваша честь. Папа, что с тобой? Мы свободны! Пока никакой новой информации. Продолжайте искать.
Мы запросили службу аэропорта Кеннеди. На рейсе, который вы указали, таких пассажиров не было. Значит, они все еще в США. Тогда надо выдать предписание и объявить розыск. Мы нашли их. Пожалуйста. Ну, это все, доча. Все. Что все? Мы сбежали. И они нас уже не достанут. Это правда? Правда, пап? Правда. Понимаешь, мы с тобой сейчас на нейтральной территории. И здесь их американские законы не действуют. Они уже не могут ни развернуть, ни посадить наш самолет. Папка. Hello. Hello, Veronica. Hello. Это Майкл Радзиевский. А, Майкл Радзиевский. Здравствуйте, здравствуйте, как Михаил Соломонович. Мое ничего, как ваше. Ну, вашими молитвами. Да. Ну, да, у меня для вас две новости. Одна хорошая. Как водится. А другая плохая. Да? Ну, замечательно. Замечательно, начните с хорошей. Я вам сегодня вечером верну ту сумму, которую брал для уплаты пошлины. А плохая, собственно, новость заключается в том, что им каким-то чудом удалось поменять билеты и местным рейсом улететь совершенно в другую сторону. Алло, Вероника, вы меня слышите? Алло. Ну, всего доброго, всего доброго. До вылета еще целый час, так что успеем. Кушай. Папа, ты хочешь, чтобы я еще сосиски возненавидела? Меня же столько не влезет. Ну, судя по первым двум, этого не скажешь. А про третью и четвертую скажешь. Ольга, милая, ты даже не представляешь, сколько у нас с тобой еще времени впереди. Вот мы сегодня с тобой прилетим. Кстати, у тебя в комнате все как было, так и осталось. Правда? Был разгром перед отъездом. Так и остался. Ничего, я уберусь. Я же обещала. Все твои книги, все твои кассеты. Хотя ты знаешь, я тебе признаюсь. Я иногда к тебе заходил. Бывал в твоей комнате, сидел, смотрел на фотографии. И все мне казалось, что ты вот тут войдешь и что-нибудь скажешь, типа, папка, хватит в моих секретах копаться. Или папка, сегодня твоя очередь готовить ужин. Но сегодня мы с тобой ужин готовить не будем. Мы с тобой отправимся в ресторан. Кстати, открыли новый ресторан в Пельмены напротив поликлиники. Ты... Оль. О, спишь? Как это понимать? Что понимать? Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Не прикидывайтесь идиотом! Послушайте, у вашего мужа был единственный шанс. Вот он этим шансом воспользовался. Почему вы меня не предупредили? Почему вы не предусмотрели этот шанс? Ну, вероятность, во-первых, была мизерна. Мы же перенесли слушание на сутки вперед. Он даже заранее билетов купить не мог. И, кстати, вашего агента, которого нанял я, да? Я попросил, чтобы он до вас дозвонился. Он всю ночь звонил и дозвониться не мог. Он улетел! Вы понимаете? Вы
Вы понимаете, он улетел вместе с ней, улетел! Улетел через Германию, Данию, на перекладных и дальше в Москву. Но по закону я сделал все, что мог. А мне плевать на ваши законы, слышите? Мне плевать на все! Мне нужна моя дочь! А вот в том-то и дело, что вам наплевать на законы. А как сейчас, сделать уже ничего нельзя. Нет, так не бывает. Ну, если, конечно же, ваша дочь вновь окажется на территории Штатов, мы, конечно, возобновим дело. Впрочем, вы можете обратиться и в Советский суд. Он, как известно, самый справедливый в мире. Ну, если Ольга снова окажется в США? Ну, тогда я вновь к вашим услугам. В том виде, как сейчас, дело выигрышное на 103%. Только я сильно сомневаюсь, что до достижения совершеннолетия ваша дочь снова приедет сюда. По крайней мере, по доброй воле. История девочки Ольги Тумановой получила неожиданное продолжение. Прошу вас. Добрый вечер. Как нам стало известно из информированных источников, прошлой ночью она и ее отец покинули территорию Соединенных Штатов и отправились в Россию. Очевидно, именно адвокат, который вел дело со стороны мистера Туманова, посоветовал ему как можно быстрее покинуть страну. Это оказалось полной неожиданностью для другой стороны процесса. Ну что ж, эта ситуация закономерна, потому что она не противоречит законам Соединенных Штатов. Ты понимаешь, что это значит? Мы все потеряли. Надо было ладить с матерью, пока она была жива. Кто дал тебе право судить о моих отношениях с матерью? $30 million. 30 миллионов. Why shall you reveal to her, not to you? Она завещала не тебе, а ей. My mother had always been an eccentric woman. Моя мать всегда была эксцентричной. А под конец жизни совсем выжила из ума. Эксцентричность здесь ни при чем. Ты видел предыдущий вариант завещания. Деньги достались бы приюту бездомных животных. Твоего имени в завещании не было вообще. Это только подтверждает мои слова. Ник, зачем ты снова заводишь этот разговор? Наше счастье, что, познакомившись с Олей, она изменила свое решение. Что толку? Теперь эти 30 миллионов улетели в Россию. Я не намерена сдаваться. Больше ничего предпринять нельзя. Можно. Можно. You can. What do you need for that? Что для этого нужно? Money. Деньги. Lots of money. Много денег. How much is lots? Насколько много? I don't know yet. Пока не знаю. How much are you ready to give me? А сколько ты готов мне дать? Пап, дай мобильник. Ты кому-то позвонить хочешь? Да, Марго. Так у них же сейчас ночь. Держи. Итак, каковы шансы? Привет, Марго, это я, Оля. Это ты? Откуда ты? Ты на месте? Да, звоните без Москвы. Здорово, потрясающе. Представляешь, у нас папа это удалось. Боже мой, не может быть. Да. Молодец, умница, я так рада за тебя. А ты представляешь, смотрю на тебя, на телевизор тебя показывают. Да. Целую, мы победили. Ну ладненько, давай, целую, пока. Спасибо. Угу.
Да, алло. Ну что, Туманов? Думаешь, сделал меня? Думаешь, я буду теперь ползать перед тобой? Не дождешься. Слышишь? Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. И я тебя достану и девчонку себе верну. Нет, ты не ослышался, я верну себе девчонку. Я ничего не пожалею. Я все сделаю для этого, ты понял? Понял меня, да? Я все для этого сделаю. Я достану вас в Москве, да где угодно достану. Так что ты рано радуешься. Рано ты празднуешь победу. Недолго тебе осталось, слышишь? Ох, как недолго. Кожей чувствую выстрелы в спину. Жизнь похожа на поле минное. Каждый метр на этом поле – зона ненависти и боли. Люди ходят по миру, вертят шеями, как жирафы в тире, становятся мишенями. Взглянул не так, недобрый знак, сделал шаг, враг.